Поехали. Здравствуйте, с вами новости. Сегодня проходит премия вручения Оскара на номинацию «Как стать актером с нуля» в студии Лары Шум. Наш корреспондент находится на месте событий. Смотрим. Мы находимся в студии Лары Шум, и здесь как раз-то две представительницы, которые закончили ее школу, которые номинированы на премию «Оскар». Вау! Скажите, пожалуйста, как вы такого добились? Я у Лары Шум буквально день, и вот я уже, вот видите, где я нахожусь, на «Оскар» номинирую. А вы? Чтобы стать актером с нуля. Как? Дайте это, визиточку. Автограф! Автограф! Пожалуйста, я вас умоляю! Автограф отдам, мужчина, давайте. Давайте ручечку, давайте. Я же актер, я же Оскар получаю, господи. Все, забирайтесь.